потерялся где-то Хазбан. В туалет мы сходили в этом магазин. Это американский магазин. Супермаркет. Но потерялся Хазбан где-то. Вот. Вот здесь вкусно. Это дорогой такой магазин. Здесь вкусненько должно быть тоже. Не только в русском магазине, но и здесь тоже. В русском магазине не знаю, в том же мы еще не ели. Надо поесть. Вкусное все здесь, вкусное. Вот, но только блюда ж вражеские. Например, холодные макароны вот внизу. 4,29 за полкило. Вот это туна, салаты неплохие все. Так, ладно, а где Хазбан делся? Одевался, прямо интересно. В туалете навряд ли, потому что он обычно очень быстро. И вообще там в узких туалетах проходимость всегда быстрее. Проходимость. Как будто в пищеводе, да? Проходимость. Непроходимость кишки. Вот эти я часто беру, но такие подобные. Они разные, конечно, бывают. Это утиная печенка. Паштет из утиной печенки. А здесь розмари пейт. Пизан крестьянский. Вот. Так, у нас сегодня июнь. 6-е, наверное, число или 5-е. Точно не знаю. Вот. Колбасы здесь типа на итальянский манер. Все вот эти сухие сделаны. Они не наши. Такую, как московскую, со вкусом вы здесь не найдете. Она им и не нравится. Слышите, они там не в восторге. Вот от наших колбас, ну как-то... Не, ну Хазбан ест и ел раньше. Да, это он вредничает, потому что хочет же 100 лет прожить. Поэтому, наверное. А так, конечно, ему нравится. Но это же потому, что я его прикормила, знаете. Когда вот... Этот собачка не ест, ну раз, два, три, покормил, потом не корми, так и начнет есть, да? Что-то там будет особенное. Вот эти сыры обожаю. Обожаю. Но опять же, это к вину. Они дорогие здесь, это будет кусочек долларов 7. Да, вон, 7,70, 8 долларов кусочек. Аня, привет. How you doing, baby? Ой, что-то такое интересное, белое такое, что такое? Телятина, по-моему, вил, да, телятина. А чем она такая белая прямо? Ага, телятина такая. Ну, это суши. Так. Ну ладно. Сегодня снимать как-то не удается. Только подойду снимать, то продавец подойдет, то он просто ходит. Может, просто ходит. Стращают только, стращают и все. Так. Что вот это такое, с такого цвета, мама родная? Beef. А, dry. Сухой. Ой, очень твердая. Знаете, это как не солонина, как она называется, которая высушенное мясо. Говядина, ну которая... Сейчас у Хазбанда спрошу. Ой, ну вообще. Honey, do you see this one? What do you think? What is this? Guess. No, master on the top. Он говорит, горчица. Понятное дело. А внутри? Beef. Yeah. Can you imagine? So hard. So hard. Как у нас, которые северные люди замораживают рыбу, как она замороженная, не солонина, как она, типа такого, наверное, что-то. Так, а это у нас ребра такие. $8, not so expensive, right? $8. Ребрышки, это которые под ребрышки, а которые ребрышки 26. Это очень большой пакет, тяжелый. О, я его не подниму в руках. Но. Куры. This interesting something. О, кевиар. Смотрите, а эти икры. Икры, девочки. Икры. Но только ничего здесь рашеного нету. А, наверное, канадская. Даже не знаю, чья. Хани. Икры $15-16. Вот такая баночка. Видели, пиндюрошная. Но это что-то такое деликатесное. Honey, who made this, huh? Do you see? Канада. Но Канада, но Майами написано. Нет, Майами,
этот, неизвестно, Ресурс Майами написано, Ресурс Майами, не Кеннеда, то было другое слово. А это что-то типа, не тут я блин. А, Russian блины, хани, Russian блины, хани, девочки. Слышите, это же они, американцы. $10, слышите, $10, девочки. Американцы думают, что вот это русские блины. Вы видите размер, вы видите размер мой? Сейчас еще размер пока. Блины, главное, назвали. Смотрите, вот эти, это разве блины? Смотрите размер, да? Это же блинами назвали. У них вечно, вот я что не встречала. Может, и кевер наш. Я что не встречала, то, что они делают по-русски. Бывает такое, редко, ну, как вы видите, бывает. Все неправильно, ну, все не так. Вообще все не так. Даже в кино, когда снимают этих врагов какого-нибудь Шварценеггера, да? Ну, раньше снимали, сейчас что-то перестали делать эти фильмы дурацкие. Там Шварценеггер, а у него враги русские обязательно. И обязательно какого-нибудь страшного выберут русского, такой страшнючий. Ну, как будто у нас нет красавцев, да, мальчики? Каждый второй. Не, я серьезно говорю, наши русские мужики неплохие. Мальчики, я за вас. Я имею в виду за вашу внешность. Но что другое там у вас, не знаю. Все же ж не попробуешь, да, девочки? А насчет внешности... Кевер. Yes, блины with кевер. Он говорит, он прочитал там, что надо есть кевер с блинами. Ой, еще чем не кормила. Я сама не очень люблю это икру с блинами. Кевер – это икра. Не люблю. И, может, у кого-то в гостях ела, сама никогда не делала. Мне оно не идет. Мне нужна булочка, вот эта, которая белый батон. Можно даже поджаренный, можно черный хлеб поджаренный. Все что угодно. Так я про что? Про то, что Шварценеггер, сам он тоже этот с чем-то, это разогревать. Я про то, что Шварценеггер, то есть этот, его враги там в кино, да, всегда то шапку неправильно, значит, это носили, ну вот эта, которая ушанка наша. Наоборот, даже видела фильм про Сахарова, нет, ну это не Шварценеггер же, фильм называется, кажется, Сахаров этот. Фильм американский, не русский, Сахаров, американский. Где-то фильм 90-х, 80-х, какого, да, ну когда там Сахаров? Наверное, 90-е годы, да, 90-е, в начале 90-х сделали этот фильм. Дурацкий фильм, он не популярный, абсолютно ничего, не завоевавший. И там шапка неправильно, ушанку назад вот этим вот козырьком одели. Но там кокарды нет, просто человек гражданский в ушанке. Но ушанка надета неприятно, чуть не упала вообще. Вообще такие ляпы. Ну, вот, поэтому у них и с блинами видели, какие ляпы. Все время неправильно. Ну, это как у нас тоже. У нас тоже, когда американцев показывают, много ляпов тоже. Это ж понятное дело. Консультантов не берут, хороших видно. Я когда-то фильм вот этот «Человек с бульвара Капучинов» проскользнул, ну, по видео, по телеку, ну, по YouTube телек, да, дома. И хазбан, вот, а там же они все одеты, вот этот Караченцев, ну, под этот, под вестерн в одежде, да? Ну, вот эта шляпа там туда-сюда, под этих ковбоев. И он говорит, вот, они ж по-русски шпарят там, да, русский фильм. Ну, вот, а я говорю, похожи они на, ну, то есть там Караченцев с кем-то там стоит. С Табаковым, например, да? А, и вот это поет, которая сейчас в этом, в Калининграде была губернатором, как там ее это, которая в экипаже играла этого Филатова, любовницу. Ну, так это. И любовница ж там поет. И там, и вот этот Караченцев уже с этой. Да, он так посмотрел и говорит, я говорю, похож на него? Он говорит, да. То есть, ну, слава богу, что одели правильно. То есть, а детали, я хочу ему этот фильм показать. Детали не смотрели. Подожди, я ему покажу фильм, потом я вам расскажу. Увидит там он что-то такое ляповатое или нет. Но я все время вижу, я вам точно говорю. И с продуктами также. И с, немножко с мнением также. Ну, так, это, не то, что там сильно что-то, это, ну, так, это не очень они. Все там это... Сибирия, у них это Сибирия, Сибирь. Кажется, что вообще там непроходимое что-то такое, дикое такое, что там нет ни городов, ничего. Я как-то не всем, малограмотным. Я как-то кому-то, это, малограмотные, кому-то говорила, говорю, да вы что, в Сибири там полно у нас заводов, там индустрия какая туда-сюда.
Да, девочки, сибирячки, поддержите меня. Да, девочки. Ну что, что холодно, зато индустрия хорошая. Ну, я имею в виду заводы, фабрики, сколько там всего. Ты что, они думают, что там как типа на Аляске, знаете? Что ого-го из этого, из другого стороны Аляски, из Америки, другой этот эскимос, ого-го ему, и ничего между ними нету. Снега до снега. И на собаках ездят. Ну. Вот, так у них про Сибирию. Это же они слышали вот это вот этот ГУЛАГ, что сажали в Сибирию. Вот это. Ну, это малограмотные, конечно. Люди образованные, нормально читающие. Такого не говорят. Ну. Так, ну пошли отсюда.